Приветствую вас. Что примечательно, вы пишете о том, что лишь только последние 3 года вы мучаетесь, ну, данной вот вашей проблемы. Лишь только последние 3 года. А до этого было как у вас? Всем нормально? До этого было все хорошо? Или как? То есть, если у вас до этого все было хорошо, а потом начались такого рода сложности, то вполне возможно, что дело связано с чем-то, что в вашей жизни произошло, и начинать нужно именно с анализа тех историй, которые с вами случились. То есть, что произошло, например, 3 года назад с вами. Как вы жили до этого? Вот, были ли у вас, соответственно, схожие проблемы или как? Ну, похожие, схожие проблемы, да, то есть тут как бы не важно. То есть мне кажется, что данные аспекты нужно обязательно выявить. Вот. Дальше. Значит, с точки зрения психологии, решение вам не дает принять, ну, скажем так, некие голоса в голове, вот, которые имеют место быть у вас, и которые, к сожалению, отвечают за ваше вот это вот, ну, за ваше вот это вот состояние, когда вы не знаете, что делать. То есть это как бы происходит, по сути происходит вбивание. То есть вы мучаетесь выбором, вот. Вам один, как бы, голос в голове говорит одно, а другой голос говорит другое. Ну, вот. И вы не знаете, значит, что вообще вам в этом случае делать, ну, в этой ситуации всей. Вот. И, конечно, в данном случае лучше для начала поисследовать источники этих самых голосов, да, которые вот вас вбивают, да, то есть кто за что отвечает, то есть кто отвечает за один выбор, кто отвечает за другой выбор. Вот, ну и соответственно, так далее, вот. Это то, что вы реально можете сделать, определить природу голосов и определить, чей голос реален, а чей голос, соответственно, нереален. Вот. Это то, что вы можете по факту в данной ситуации сделать. Больше, пожалуй, с точки зрения психологии вам порекомендовать ничего нельзя. То есть, как бы, все техники, которые вам дают, вот, я видел, коллега вам дал несколько на хорошее, но это только для
того случая, когда уже есть понимание, что происходит, откуда это все взялось. Вопрос выбора, да, упирается в ценности человека. Ну, то есть, вот, какие у вас ценности, какие у вас, собственно, критерии выбора. То есть, какой фильтр, скажем так. Вот. Ну, то есть, через что вы пропускаете выбор, на что ориентируетесь при принятии решений. Вот, это все на самом деле очень важно, потому что если у вас ценностей, например, нет, да, если у вас своих взглядов нет, да, критериев выбора нет, или они нечеткие, нечетко прописаны, эти критерии выбора, вот, то, соответственно, проблем будет больше, вот, хотя бы потому, что вы всегда будете разрываться на части. Вот, и в этом тоже вам можно помочь, то есть в составлении четкой системы ценностей вашей и формирования фильтров, в этом вам тоже можно и нужно помочь. Вот. То есть определить, грубо говоря, да, что для вас важно, что для вас ценно, чего вы, вообще-то говоря, хотите, к чему вы, вообще-то говоря, стремитесь, и так далее. Вот. Все эти истории, их можно, конечно же, выявлять. Вот, для меня, конечно, смущает несколько тот факт, что у вас это не с детства. А у вас это происходит лишь только вот, значит, ну, 3 года назад это началось. Вот, это меня, конечно, смущает, потому что тут, возможно, некая травма, вот. Возможно, конечно, и то, что вы что-то случайно услышали, где-то вас это задело, и, соответственно, вы начали вести себя по-другому. Ну вот, но в таком случае можно, конечно, говорить о том, что, например, ну, в таком случае можно говорить, например, о том, что проблема была всегда, просто вы ее, как бы, ну, вы ее не замечали, может быть, не видели ее. Вот, но проблема была всегда. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, то, что можно вам, какой ответ вам можно дать. Вот. Понимаю, что, возможно, этого мало, понимаю, что, возможно, этого недостаточно вам, вот. Прекрасно это понимаю, но без дополнительной информации о вас, мне кажется, будет весьма сложно здесь что-то диагностировать. Ну, конечно, неуверенность в себе, безусловно, вот. И, возможно, есть какой-то вот некий такой внутренний обвинитель, да, что ты будешь жалеть. Вот. Но интересно,
интересно то, что он, этот внутренний обвинитель, он у вас молчит. Он у вас молчит до того, ну, молчит до вот недавнего времени относительно. Вот, вообще обвинители, они себя так не ведут, как правило. Вот, то есть это, конечно, странная история, вот. Я бы сказал, что хотел бы посмотреть на нее несколько более подробно, дабы иметь возможность вам помочь, вот. А так, чтобы оперативно принимать решения, вам необходимо, собственно, ну, наличие этих решений. То есть вам необходимо не принимать каждый раз решение как будто заново, а уже заранее знать о том, что и как вы будете делать, и что и как, значит, почему и как вы будете поступать. Вот. То есть я полагаю, что история вот она такая. История она такая. И, соответственно, возникает вопрос, почему у вас раньше были такие решения, и вы не мучились, а сейчас таких решений нет, и вы мучаетесь. Вот это, конечно, самый интересный вопрос, который нужно исследовать. Вообще, без понимания этих аспектов, вот, мне думается, что помочь вам невозможно, вот. Это как мне видится данная история, как мне видится данная ситуация, конечно же. Вот, давайте сейчас я перечитаю еще раз ваш текст, чтобы ничего не добыть. Итак, мне 25 лет, вот уже как 3 года я мучаюсь постоянно с чувством, что делаю что-то не то. Откуда чувство возникло? Какова его природа? Что именно не то? Потом пожалею об этом. Да, как правило, все люди жалеют о том, что они могут сделать. Все люди об этом жалеют, как правило, все абсолютно. Все, вот, но в данном случае жалеть о чем-то, что мы сделали, это абсолютно нормально. То есть в этом нет ничего такого необычного, в этом нет ничего обвинанного и так далее. То есть мне здесь скорее интересует вопрос о том, почему вы боитесь пожалеть? Что такого страшного будет в том, что вы пожалеете? Вот. Скорее меня интересует именно этот момент. А не то, что чувство. Так, вполне возможно, что это чувство пытается вас о чем-то предупредить, да. Очень тяжело сделать выбор даже в мелочах, а в чем конкретно тяжелый выбор, тяжело сделать выбор, то есть из чего выбираете? Иногда так долго убираю продукты в магазине, что на выходе охранники просят показать содержимое сумки. Опять же, нужно понять более точно, в чем сложность вашего выбора, потому что, может быть, вы привлекаете таким способом внимание охранников, вот, может быть, вам не хватает внимания. Вот, мне делали предложение почти одновременно два парня, пока я думал, кому сказать да, им надоело дать, они ушли. Ну, понимаете, вот, вы извините, пожалуйста, что я смеюсь, но просто очень так забавно написали. Вот,
Вы понимаете, что это не совсем нормально, что, ну, что два парня вам делают предложение. Это не совсем нормально вообще, по сути, своей. И также ненормально, что вы думаете, кому сказать «да». То есть такое ощущение, что вы, ну, выбираете не сердцем, да, как нужно выбирать, а вы выбираете разум. То есть пытаетесь подгадать, с кем будет удобнее, с кем будет комфортнее, с кем будет приятнее, может быть, не знаю. Вот, понимаете, какая история. И это, конечно, тоже весьма негативно сказывается, да, то есть, как бы, ну, встает вопрос о том, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Дальше. С работой сейчас проблема, не знаю, куда пойти. А необходимость-то вообще работать есть? То есть, знаете, может быть, вам, ну, чем-то выгодно проявлять такую нерешительность. Вот. Что касается правильности выбора, то здесь я бы сказал, что ее нет, правильности выбора нет, и быть не может в принципе, вот, потому что никто никогда не может быть уверен в том, что сделал свой выбор правильно. Это однозначно и 100% так. Вот. Соответственно, скажите, пожалуйста, как можно принимать решение более оперативно и потом не задумываться время о том, точно ли правильно я это выбрал. Важно отследить все процессы, важно отследить все критерии, по которым вы принимаете выборы, важно отследить первопричину, возможную выгоду, а также возможные фигуры вашего сознания или подсознания, которые влияют на процесс принятия решения, на процесс принятия выбора. Вот, потому что вот задумываться о том, точно ли вы сделали выбор, правильно ли вы сделали выбор, да, задумываться об этом, это не вы. Это, скажем так, субличность вас. Пытается преследовать какие-то свои цели. Вот, то есть это не вы. Вот, и, соответственно, отделить себя от этого голоса в голове, который у вас звучит, да, вот, и является той самой необходимой задачей и работой, которую нужно сделать, вот. Ну, вот, соответственно, так примерно вам можно ответить на ваш вопрос. С точки зрения психологии личности, кстати, вы вот как личность не развита. То есть именно как личность, как социальный индивид, да, вы идеальны. А вот как личность, нет, у вас личность – это выбор. Это всегда отказ от чего-то, да, и в пользу чего-то. Вот.
А вы, соответственно, не готовы отказаться. И что за этим стоит, нужно исследовать. Может быть, за этим стоит, например, вообще там другой какой-то страх того, что вам ничего не достанется, страх того, что вы сравниваете себя с другими людьми, да, что вы не такая. Тут может быть довольно много причин. На этом все, я надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.